Всемирная организация здравоохранения одобрила новую методику России по статистике летальности от COVID-19. Москва, первая из регионов страны, перешла на обновленный метод подсчета. Он позволил более тщательно классифицировать случаи смертей среди людей с диагностированным коронавирусом. Об этом рассказал руководитель рабочей группы Государственного совета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции мэр Москвы Сергей Собянин. Лучше патологоанатомы страны и Москвы работали, не покладая рук, чтобы разобраться во всем этом. И сегодня, в соответствии с теми рекомендациями, которые вы выработали, мы сделали даже шаг вперед от того, что есть в мире. Потому что есть в мире один анализ. Вот человек умер, у него есть положительный тест на коронавирус, значит, мы его туда и записали. На самом деле картина намного сложнее. Она состоит из того, что человек, имея тест на коронавирус положительный, действительно умер от коронавируса, но привела там, к двустороннему воспалению легких там, и так далее. Вот вся картина, вот эта ковидная, она просто прямо указывает, что человек умер от ковида. В Магаданской области за минувшие сутки не было выявлено новых случаев COVID-19. К настоящему времени уже выздоровели 173 человека из 239 всего зарегистрированных за все время заразившихся. Новых летальных случаев нет.